Всем привет, друзья! Вы на канале Boom Express. Сегодня я подобрал для вас очередную интересную подборку полезных инструментов, которые вам точно пригодятся. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Первый товар на обзоре – цифровой мультиметр «Пинцет». Применяется для измерения сопротивления, емкости, тестирования диодов и прозвонки цепи. Пинцет вращается относительно корпуса на 180 градусов, что очень удобно в работе. Диапазон измерения настраивается автоматически. Из всех вышеперечисленных функций мне особенно понравилась функция прозвонки светодиодов. Прибор сам проверяет количество кристаллов в корпусе светодиода и выдает необходимое напряжение для проверки. Далее набор рожковых накидных ключей с трещоткой и шарниром от компании WorkPro. В набор входит 8 ключей размером от 9 до 17 мм, изготовлены из хром-ванадиевой стали, что гарантирует их повышенную прочность и износостойкость. Трещотка на лицевой части корпуса имеет 72 зуба, что позволяет работать с минимальным ходом в 5 градусов. Кольцевая часть с шарнирным соединением позволяет установить ее в любом положении в диапазоне 180 градусов, что дает возможность работать в наиболее труднодоступных местах без необходимости постоянно переставлять ключ. Трещоточная часть ключа не предназначена для силовой протяжки крепежа, для этого применяется рожковый профиль ключа и торцевые головки. Если вы являетесь владельцем загородного дома, то наверняка вам приходилось обрезать ветки ягодных деревьев, декоративных кустов, роз и других цветов. Сделать этот процесс максимально комфортным поможет аккумуляторный секатор. На одном заряде он способен проработать до 3 часов, чего достаточно для выполнения большого объема задач. Плоские и острые ножи из вольфрамовой стали легко срезают даже свежие ветки, максимальный диаметр которых может достигать 30 мм. А это мощный налобный фонарик с большим количеством различных функций. Обеспечивает яркий пучок света в 3000 люмен на максимальном режиме. Имеет фокусирование светового луча, а также 5 режимов свечения. Максимальный свет, средний, экономный, стробоскопы и сигнал SOS. Питание светодиодов осуществляется двумя аккумуляторами, которые находятся в батарейном отсеке на затылке. Главной особенностью фонаря является возможность использовать его в качестве пауэрбанка и заряжать различные гаджеты. Один из многочисленных и весьма качественный 4D лазерный уровень, 16 лазерных линий и 4 плоскости по 360 градусов и, конечно же, полноценный лазерный отвес, который образуется в точках пересечения плоскостей сверху и снизу. Главное отличие данного нивелира от других моделей заключается в наличии четвертой башни снизу, из которой проецируется вторая дополнительная горизонтальная плоскость. Она служит для удобства при монтаже натяжных потолков, для бетонных стяжек, монтажа различных полов и укладки напольной плитки. Вместе с лазерным уровнем вы получаете все необходимые крепления и дополнительные аксессуары, а также пульт управления. Следующий товар – небольшой токарный станок для обработки дерева и некоторых металлов. Отличная вещь для любителей мастерить что-то своими руками в условиях ограниченного пространства. Такой станок может стать хорошим решением в производстве изделий, состоящих из маленьких элементов, например, деревянные бусы или пластиковые, ювелирные украшения и прочие детали, производство которых на традиционных станках не представляется возможным. Комплектуется станок блоком питания и ступенчатой регулировкой оборотов. Удобный мультитул с креплением для ношения на брюках и в рюкзаке. Включает в себя молоток, гвоздодер, плоскогубцы, кусачки, крестовую отвертку, нож и две пилы.
выполнен из нержавеющей стали с пластиковыми накладками на ручках. Данный инструмент понадобится каждому мужчине, который ездит на дачу, увлекается рыбалкой, охотой или просто любит отдыхать на природе. Также не будет лишним такой мультитул в автомобиле. В экстренных ситуациях он не раз может вас выручить. Далее складной строительный нож, без которого сложно представить любой ремонт. Отлично справляется с гипсокартоном, линолеумом, обоями и прочими материалами. Станет идеальным помощником на стройке, в магазинах, а также в быту. Сам нож обладает компактной, удобной складной рукояткой. Девайс комплектуется лезвиями, которые можно легко перевернуть и работать другой стороной, если рабочий край лезвия затупился. Бюджетный шуруповер с отличными характеристиками будет интересен как рядовому пользователю, так и профессионалу. Основные отличия данной модели являются наличие ударного режима, 20 режимов установки крутящего момента, компактные размеры, небольшой вес и сбалансированная конструкция. Бесщеточный двигатель в паре со скоростным редуктором создает максимально крутящий момент в 350 ньютон-метров. Источником питания является 18-вольтовый аккумулятор. Портативная гравировальная машинка в форме шариковой ручки поможет вам окрасить надписями, орнаментом и рисунками практически любые предметы. Можно обрабатывать стекло, металл, керамику, дерево, пластик и даже кожу. Данную гравировальную машинку также можно профессионально использовать в сфере сувенирной промышленности или ювелирном деле. Мотор способен развивать скорость до 33 тысяч оборотов в минуту. Работает гравировальная машина от аккумулятора на 1000 мАч. Далее универсальные очки с подсветкой. Они пригодятся людям с плохим зрением, когда надо прочитать инструкцию, этикетку или заметку, написанную мелким шрифтом. Также будут полезны при занятии рукоделием, ремонте мелких деталей, микросхем и во многих ситуациях, когда раньше приходилось обращаться за помощью. Очки поставляются с тремя сменными лезвиями с увеличением 1,5, 2 и 2,5 раза. Для установки мебельной фурнитуры в шкафах или дверцах необходимо проделывать широкие отверстия. Обычное сверло стандартного диаметра не справляется с этой задачей, поэтому для решения этого вопроса применяются специальные сверла с коронкой. Данный экземпляр сверел способен совершать такую работу и с более твердыми материалами, чем дерево. Сверла из быстрорежущей стали и закаленными наконечниками легко справляются со сверлением отверстий в стали, меди, латуни, алюминии и других материалов. В комплекте идут 5 сверел с внешним диаметром 16, 18,5, 20, 25 и 30 мм. Длина каждого сверла составляет 65 мм. Следующий товар – адаптер под торцевые головки. Это три переходника из хромванадиевой стали, которые вставляются в патрон дрели или шуруповерта и на которые вы можете надевать стандартные торцевые головки из любого набора инструментов. Длина каждого переходника составляет 5 см, и размеры посадочного места различаются, как и сами головки. В итоге в комплекте мы получаем насадки по 3 размера головок на 3 восьмых, 1 вторую и на 1 четвертую дюйма. А эти пилки предназначены для лобзика. Они изготовлены из высокоуглеродистой стали, за счет чего обеспечивается долговечность пилок и качество их заточек позволяет точно резать материалы толщиной до 50 мм, в зависимости от твердости. Стандартные материалы, с которыми можно работать такими пилками, это фанера, ДСП, пластик. Лезвия подходят для лобзика различных производителей – Bosch, Makita, Hitachi и другие. И последний товар нашего сегодняшнего обзора – это качественный станок, который позволяет сделать дубликат практически любого ключа для входной двери, для навесных замков, для автомобилей,
поддерживаются ключи мультилок и для другой подвижной техники. Очень компактный и мобильный. Имеет регулируемую подвижную каретку на долговечных подшипниках качения. Установлены универсальные патроны для закрепления мультиинструмента. И есть удобный ящик для хранения вспомогательного материала. Комплектация может быть расширена большим количеством фрез и сверел. Ну что, друзья, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно, и вы нашли для себя что-нибудь нужное. Если это так, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Ведь таким несложным образом вы меня поддерживаете. Все ссылки на эти товары я, как всегда, оставил в описании к видео. Цены видеоролики актуальны на момент публикации видео.